В Турции в городе Кемер вспыхнул один из элитных отелей. Около 400 людей эвакуированы, 14 из них доставлены в больницы. Среди них 4 россиян и 10 турецких граждан. В украинском МИДе сообщают, украинцев среди пострадавших нет. Пожар в отеле начался утром. Некоторых туристов пришлось эвакуировать через балконы. Местные СМИ пишут, в здании не работала противопожарная система. И были заперты двери к пожарным лестницам.